38-летняя Кейт Миддлтон, и 37-летний принц Уильям, принц Вильям посетили новый реабилитационный центр для военных Defense Medical Rehabilitation Center в Лавборо. Компанию им составили 71-летний принц Чарльз, и его 72-летняя супруга Камила Паркер Боулс. Для королевской семьи этот выход стал особенным, потому что в последний раз они выходили в свет вчетвером еще в 2011 году. Тогда Кейт, Уильям, Чарльз и Камила посетили концерт в помощь благотворительной организации The Princess Trust. На этот раз целью визита членов монаршей семьи стало ознакомление с лечением в новом медицинском центре для военнослужащих, патроном которого является герцог Кембриджский. Для встречи с врачами и пациентами Кейт выбрала Total Black образ Александр Маквин из приталенного жакета и облегающей юбки Макси. Свой образ она завершила сапогами из черной замши. Фигура герцогини в этом наряде выглядела еще более стройной, чем обычно. Супруга принца Чарльза предпочла элегантное пальто темно-зеленого оттенка, которое сопроводило шляпой с меховой оборкой и высокими сапогами. Мужчины же были одеты в классические костюмы, принц Уильям – в темно-синий, а принц Чарльз – в светло-серый, поверх которого еще накинул пальто песочного оттенка. Капитан Элисон Хоффман провела экскурсию по центру для членов монаршей семьи. Они узнали, какие процедуры проходят военные, чтобы вернуться к нормальной жизни, а также встретились с пациентами в реабилитационном тренажерном зале и посетили семинар по протезированию. Пользователи предположили, что если бы Меган Маркл и принц Гарри не сложили с себя королевские полномочия, то тогда именно они бы сопровождали герцогов кембриджских. Британцы пришли к выводу, что беглецам нашли замену. Меган и Гарри вернутся в Англию по просьбе королевы. В то время как принц тяжело переживает переезд в Канаду, актриса наслаждается жизнью вдали от дворца.